Творить никогда не поздно и нигде не поздно. Вдохновение может посетить даже в стенах исправительной колонии. Элла Елисеева отбывает наказание в ИК-7. В 2018-м девушка стала победителем конкурса песни среди осужденных «Калина Красная». Два последних года никому из этого учреждения не удавалось дойти до финала, в том числе и Элле. Творческий процесс длится уже на самом деле 4 года. Это моя 4-я попытка. Наконец-то я прошла, я выиграла, я добилась. У нас есть литературный кружок, и как-то была тема Эдуарда Осадова. И очень проникли в душу его стихи. Так и получилась песня в соавторстве. Эдуард Осадов и осужденный из Ивановской колонии. Элла сама написала припев и куплет. Вступительный текст – это отрывок из стихотворения «Пока мы живы». Музыку и клип осужденные снимали сами. Смысл у произведения действительно глубокий. Исправить можно абсолютно все, пока человек жив. Истина эта за колючей проволокой приобретает особое звучание, особый нерв. Я его восприняла, вот, что жить хочется, и поэтому как-то само по себе получилась песня, что я жить хочу. И настолько его слова вот проникают в душу действительно, что вот хочется и все петь и петь. На «Калину Красную» в этом году поступило более 180 заявок. Финалистами стали 25 человек. Все они выступят на гала-концерте, который состоится 5 октября в Саратове. От Ивановской области туда отправятся две девушки. Кроме Эллы победила еще осужденная колонии номер 3. Сейчас предстоит этапирование в Саратов для проведения концерта, где в течение месяца с ней перед концертом будут заниматься вокалом, будут заниматься актерским мастерством. И в конце концов мы ее увидим на заключительном концерте. Главный приз для финалистов конкурса «Калина Красная» – условно-досрочное освобождение. Элла этой счастливой возможностью в этом году воспользоваться не сможет. Говоря казенным языком, срок формальных оснований для этого еще не подошел. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.